Здравствуйте, это актуальное интервью, я Татьяна Черемкина. В июне этого года Якутск превратится в площадку образовательных проектов старшеклассников из разных стран мира. Здесь, на базе Малой Академии Наук Республики Саха-Якутия, пройдет 10-я международная исследовательская школа. В связи с подготовкой к этому событию в Якутск прилетел научный консультант проекта, профессор Московского педагогического государственного университета Алексей Сергеевич Обухов. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здравствуйте. С приездом вас в Якутск. Но ваша главная цель – это ознакомиться, да, с местом проведения вот 10-й международной исследовательской школы. Ну, даже две цели. Конечно, важно посмотреть, где эта будет школа проходить, какие здесь возможности, организационные условия. Но, наверное, более важный даже момент, который мы сейчас вот в этот приезд будем решать с коллегами, познакомиться с замыслами исследований, которые предложили молодые ученые Якутска. Поскольку у нас школы выстроены так, что у нас студенты, аспиранты, молодые ученые предлагают некоторые замыслы исследований, которые потом, собственно говоря, в момент школы они со школьниками реализуют. У нас есть вот эти исследователи, которые из Москвы, есть из достаточно многих стран, как Мексика, Дания, Португалия, Словакия, Сербия, Иран. И вот так как в этом году мы проводим школу в Якутске, естественно, у нас было предложение, чтобы представители якутских университетов, учреждений Академии наук тоже в это включились. И, надо сказать, очень интересные проекты уже предложены. Мы их видели как текст, и мы сейчас хотели познакомиться вот, собственно, с авторами этих идей, да, и обсудить, как это может быть наиболее удачно реализовано во время школы. Скажите, пожалуйста, почему именно Якутск? Почему здесь проходят? Ну, вот школа уже у нас проходит 10-й раз, будет проходить 10-й раз. Чаще всего она проходила в Подмосковье, один раз в Калининградской области. И вот по приглашению Министерства образования и науки мы с радостью согласились проводить ее в Якутске. Ну, по нескольким причинам. Первое, здесь, конечно, замечательные условия. И когда, собственно говоря, коллеги, которые из Якутска нас так доброжелательно принимают, нам вот это очень приятно, и это очень продуктивная всегда работа, полезная и как для Якутска в этом случае, так и для нас самих, что наши методы и способы работы востребованы, и они передаются на места. И кроме того, ну вот мы одну из миссий этой школы видим, что к нам в Россию приезжают старшеклассники, педагоги с очень разных стран мира, и для нас все-таки очень важная задача такого позитивного образа нашей страны. А так как многие делегации, многие школы из разных стран участвуют там не первый раз, и то, что у нас страна очень разная и очень интересная и контрастная, и то, что они сейчас побывают не в Подмосковье, а в Якутске, нам показалось это тоже очень важной такой составляющей. Кроме того, школьники Москвы, например, или московского региона, или европейской части, вот, которые тоже у нас вот планируют участвовать в этой школе, ну, вот это особый интерес побывать в Якутии. Вот не многие россияне бывали в Якутии. А тут такой и повод хороший, да, да. И республику нашу посмотреть. Вот вы уже упомянули, что есть интересные проекты. Вы не могли бы более подробно о них рассказать? Что вас больше заинтересовало? Знаете, здесь несколько таких три типа группы проектов. Некоторые связаны с, назовем это, роботоконструированной техникой. В том числе здесь замысел сконструировать такую связь робототехники с медициной, сконструировать протез с особыми там свойствами, помогающий там людям. Это один такой замысел. Другой замысел, который связан в большей степени с технологиями, химией, химической физикой, связанной с особенностью в этом случае для Якутии. Это, например, такой проект, который как выстроить, ну, как скажем, сделать сплав резины
ну или там в состав резины, который был максимально морозоустойчив, то есть устойчивость к низким температурам, ну, для Якутии. Здесь, конечно же, специфические для Якутии проекты заявлены, которые, я думаю, будут очень интересным школьникам из многих стран, которые не знают, что такое вечная мерзлота. И здесь вот проект есть по почвоведению, ну, вот особенности мерзлотных почв и их влияние, их связь с климатическими какими-то процессами. А здесь есть проект, безусловно, конечно, с мамонтом связан. Ну, вот да. Что именно, это мы сейчас еще будем узнавать у наших авторов. Ну и целый ряд других. Ну, что, да, и есть, безусловно, еще такой проект по, ну, назовем это исторической антропологией. Там замысел, как менялся центр Якутска, как он перемещался за всю свою историю, почему, какие факторы на это влияли и так далее. Это старшеклассники представили эти проекты, да? Нет, замыслы, это сейчас замыслы идеи. То есть в чем особенность исследовательского проекта, что это не завершенная идея. То есть это идея, чего мы исследуем. Результат будет известен только по ходу исследования. Замыслы предлагают вот старшекурсники или аспиранты, ну то есть молодые уже более-менее опытные ученые. А реализовывать они это будут, под их руководством это будет реализовываться именно старшеклассниками. Скажите, пожалуйста, летом старшеклассники из каких стран? И я знаю, что это все и ученые будут, и российские, и наши якутские, и даже зарубежные ученые. Вот кого мы ожидаем? Ну вот сейчас вот как раз мы завершаем конкурс исследовательских проектов и набор тьюторов, вот мы их называем тьюторами, то есть те ребята, которые будут руководить исследовательскими работами. У нас, ну, помимо вот московских и якутских, у нас сейчас точно есть уже несколько тьюторов из Дании, Португалии, Мексики, Сербии, Белоруссии. Наверное, кого-то еще забыл, но вот это вот основные. А делегации мы ждем. Сейчас вот как раз, вот когда объявится уже окончательный список утвержденных исследовательских проектов, начнется запись участников-школьников. У нас традиционно участвуют большие делегации из Ирана. Там очень сильные школы. Из Мексики уже победители национального конкурса научно-технического творчества молодежи уже получили путевки на международную школу. У нас, скорее всего, будет традиционная для нас делегация из Таиланда. Мы ждем делегацию из Филиппин. Мы надеемся, что в этом году смогут принять участие наши друзья и коллеги из Индии и, возможно, из Бразилии. Ну, я думаю, что еще ряд стран будет. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а вот какие мероприятия будут проходить в рамках международной исследовательской школы? Ну, школа это она небольшая по времени, всего 10 дней, но очень насыщенная по программе. Основная часть времени это, собственно говоря, работа над исследовательскими проектами. Сами ребята смогут выбрать, они выбирают. Вот, возможно, у нас там будет 13 или 14 исследовательских проектов. Они разойдутся по этим проектным группам, и большую часть времени они будут, собственно, проводить те исследования, в зависимости от темы исследования, там, в лаборатории или там, выезжая куда-то, там, в лес или там, на реку или еще куда-то. Кроме этого, у нас достаточно насыщенная программа, то, что мы называем социокультурные взаимодействия. То есть это вечер национальных культур, когда каждая делегация представляет свою национальную культуру. Это, наверное, самое интересное. Да, это самое яркое такое событие. У нас достаточно много разных программ, ну, тренинговых программ на коммуникацию, на взаимодействие межкультурное. У нас достаточно важная часть программы – это научно-просветительская связка с этим местом. То есть мы сейчас будем с коллегами нашими якутскими формировать вот программу, какие мы музеи, институты с ребятами, с педагогами посетим. Безусловно, так как это старшеклассники, им нужно и двигаться, у нас будет и спортивная программа. Ну, то есть такая очень насыщенная программа. Но центральная линия – это вот исследование. Да, вот прямо здесь сейчас. Если говорить о истории Международной исследовательской школы, кто был инициатором создания
создания этой школы. Ну, у нас в стране есть такое движение, называется «Общероссийское общественное движение творческих педагогов-исследователь». Это очень большое такое общественное движение, общественная организация. В нее входит около 60 региональных отделений. И это движение является представителем в России всемирной такой организации «МИЛСЭТ». Это организация, объединяющая большую часть стран вообще в мире. У них региональное отделение – это понятие там Латинская Америка, например, или там Азия. Да, вот мы относительно недавно выделили отдельное отделение, называется «МИЛСЭТ Восток», которое объединяет Россию, страны СНГ, и сейчас вот ведутся переговоры, что в частности еще могут подключиться, например, Китай, который не входит на данный момент ни в какое из региональных отделений. И это такой, получается, проект России в системе «МИЛСЭТ». То есть это вот в МИЛСЭТ много разных программ. В основном это связано с большими всемирными выставками научно-технического творчества молодежи. Но вот такой формат исследовательской школы – это именно российский проект вот в этой всемирной организации. И этому проекту уже 10 лет, раз в год, да, проводится? Да, он проходит вот в конце июня, начале июля. Каждый год, вот 10 лет подряд, вот сейчас будет 10-й год. А Якутия все 10 лет участвует в этой школе? Нет. Наши друзья и коллеги из Якутии у нас принимали уже участие с ребятами из Якутии в выставке «МИЛСЭТ Восток». Она проходила осенью у нас. Они принимали участие во всероссийском конкурсе исследовательских работ имени Владимира Ивановича Вернадского, который мы также проводим в Москве уже больше 20 лет. То есть в этом случае связи по исследовательской линии с коллегами из Якутии у нас давние, но вот в международной школе еще не принимали участие. Я знаю, что вы являетесь инициатором многих вообще всероссийских и международных проектов по развитию исследовательского подхода в образовании. Вот тут очень коротко. Это образование будущего? Ну, вообще во всем мире, вот мы сейчас знакомимся с образовательной системой разных стран, и мы, конечно, увидели, что это вообще международный тренд. Начиная с детского сада, то есть когда поддерживается, собственно, детская любознательность, она дается, ей дается инструмент реализации, чтобы целенаправленно уже ребенок что-то познавал, узнавал, и это дает устойчивость к изменяющемуся миру. Это действительно образование будущее, и вот якутское руководство образования это очень хорошо понимает. И вот в 2018 году здесь планируются всемирные интеллектуальные игры, да, в которые тоже основная идея привнести не просто элемент игры, как шахматы или какие-то там го, или еще какие-то интеллектуальные игры, которые принимаются как игры, но и именно в проектные исследовательские работы, которые могут реализоваться внутри этих игр. Это спасибо. Мы тоже будем участвовать. Спасибо, я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был научный консультант проекта «Международная исследовательская школа», профессор Московского педагогического государственного университета Алексей Сергеевич Обухов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго.